Шеф-повар Максим Григорьев. Огурцы по-корейски. Очень часто простые блюда оказываются намного вкуснее сложных и многокомпонентных. Так, закуска огурцы по-корейски, хоть и готовится из абсолютно простых и доступных ингредиентов, и времени для ее приготовления понадобится всего несколько минут, понравится многим. Такую острую и пикантную закуску можно подать к мясу, рыбе, картофелю или крупам. Время приготовления – 15 минут. Ингредиенты. Лук репчатый 75 грамм. Масло подсолнечное рафинированное 2 столовые ложки. Морковь 70 грамм. Огурцы 250 грамм. Перец черный молотый 0,2 чайной ложки. Сахар 0,5 чайных ложек. Смесь трав для моркови по-корейски 0,5 столовых ложек. Соль 0,5 чайных ложек. Уксус столовый 9%, 2 столовые ложки. Чеснок 3 зубчика. Шаг 1. Для работы нам понадобятся огурцы, морковь, репчатый лук, чеснок, соль, сахар, черный молотый перец, смесь трав для моркови по-корейски, уксус, подсолнечное масло. Шаг 2. Морковь 70 грамм очистить и натереть на терке для корейских овощей. Шаг 3. Соединить морковь, соль 0,5 чайных ложек, сахар 0,5 чайных ложек, черный молотый перец 0,2 чайной ложки, смесь трав для моркови по-корейски 0,5 чайных ложек слегка помять руками. Оставить на 10 минут для маринования. Шаг 4. Лук, 75 грамм, очистить, нарезать тонкими полукольцами и обжарить на подсолнечном масле. 2 столовые ложки, до прозрачности. Шаг 5. 250 граммов огурцов нарезать тонкими, длинными кусочками. Шаг 6. Соединить морковь, лук, огурцы, 2 столовые ложки уксуса, очищенный и пропущенный через пресс чеснок, 3 зубца. Перемешать. Оставить на 5 минут для маринования. Шаг 7. Огурцы по-корейски готовы. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.